Вот, ребята, Роман решил мне поздравить с днем рождения, сказать мне тост. А подарок он подарит мне уже дома. Говори. В высоких-высоких горах Кавказа, очень высоких, жил-был мальчик Сережа. Ты такой тост из интернета нашел? Да. Ты хоть Сережа заменяй на Олег, что ли? Жил-был мальчик дядь Ван. У него долго не было детей, целых 90 лет. Когда он родил ребенка, он назвал его Олежа. Я еще от чурки произошел, дожили, блядь. С кавказских гор, блядь. Ну ты мудила. Давай покороче. Короче, тосты не говорятся там, понимаешь? Он Лену и то лучше то скажет. Бедная птичка. Ее всегда вот с панталыги сбиваешь, хуяк на нее камеру. Она не готовится, но она всегда знает, что сказать. Ты народ весь собираешь, блог свой любишь, уважаешь. В интернете ты сидишь и в компьютер ты глядишь. Блог успех пусть набирает, народ вместе собирает. Пусть с днем рождения. С днем рождения все спешат тебя поздравить, без подарка не оставят. На любую тему блог ты ведешь, в интернете ты не пропадешь. Любишь народ вместе собирать, всех их развлекать. Ты от нас прими привет, блогера лучше нет. С днем рождения поздравляй и удачи мы тебе желаем. Ура! Клёво такая! Поздравляю! Да, поздравляю! Ну вот, озарили публику. Продолжаем серию. Давай. Тихонечко бьем зеленый, с затяжки потом под черный. С затяжкой надо бить под низ. Фу, блин! Пока думал об оттяжке, забыл об ударе. Ну ладно. Задержки подольше нету камеры, ты, блин, что за энергия передачи режим? Есть красный грузик. Еще один. Ха-ха, красавчик. Поздравления. Ну и белый, все. Он пробовал так это. Обратно прилетает. Так, вот нехороший шарик. Шарика, Марик, блядь.
Случилось дюха на островах! Вот он кайф! Баба села на горох и стала еду. Хорошо! Что на самочке ползет? Ой, вот. Так, все. А ты что, в билеты с ними играешь? Я уже поиграла, Леш. Ты его выиграла? Да мы не выигрывали, мы просто тупо захотелки заталкивали шарики. Шары, ладно, шарики. Пошли, походим. Пошли, походим, держись. Ты что за... А мы купаемся. Ну держись за меня, чёрт. Поплыли. Плывёт. Давайте я третий буду брать. Вы не утонете? Там уже тяжелый паровик. Я еле тащу паровик. Отпусти ноги! Я не чекаю. Все, погнали, поймал. Вы нормально все. Погляди, как... Олег, ты меня уронил. Да ты держи. Помогай на плечи. Сейчас встанем. Пошли это, к гидромассажу подойдем. Вот такой пример у нас в теле, господа. Олег, ты где? У меня сейчас само лишнее белье слетит. Давай поправлю. Олег, главное по белью. Это прикольно так сидеть, мне понравилось. Ну вообще, хорошая ванна, блядь, я тоже так, отсюда же не за них хочется. Интересно. А мы по бортику походим. А мы лодочки. А мы так погуляем, вот туда. Типа, ну, разные варианты. А мне будет посильнее. Блядь, это юг. Давай. Так, что вы делаете? Вода все выдержит. Вода все выдержит. Типа воды. Олег, иди нахер. Воды. Вот скажу, надо, вот скажу. Вот где камеру поселил. Ты конечно весело? Мне понравилось больше вот сзади я сижу. Покатай меня, большая черепаха. Дорогу уступили, слышите? Мы тут не одни. Мы на встречку выехали. Богдан, что совсем правда бросил? А что к нам не идет? Богдан сидит нам кататься. Богдан сидит нам кататься. А не хочет, чтобы приехал покатал. Да, покатай Аньку, она очень хочет, чтобы ты ее покатал. А может и паровозик? Как на наши именины, спекли мы каравай. Вот такой вы сильный, вот такой. Ой, как он весь. Сейчас бочей из грехов выйдет. Откуда пошли? Ленгарева, так и заплевут к концу. Здесь трескаться можно до бесконечности. О, видите, как там. Какая хорошая ванна, да? О, большая ванна. Хорошая ванна? Хорошая ванна, большая. Вместительная. Чтоб меня еще пивом попалил. Давай, все три слюдовы. Вот, ну все, отлично, идиот. Трактор завел. Все, давай, давай, отрабатывай. Заправочка дополнена. Ага, хорошо, спинку массирую. Анькино любимое место при соседе. Массажер. Это знаешь, какой массажер? А помнишь, мы с тобой в эту Смирнову ходили? Там вообще со всех сторон хреначит. Есть такое. Круглый такой. Круглый. Да.
Это же закуль на пузырях постелили, на пузырях. Там вообще можно не вылезать. Там вообще писец. На пузырях это круто, это как в закузе. Мы за нами тогда. Анька мне еще каблуком бочину бьет. Каблуком? Типа как на коне. Типа как на коне, нога, лошадка, нога. Кошмар. Так, все, отстаете, ребята, мы уже все бортики истесали. Да вы вообще пингвины, блин. А у нас тут топливо тут рядом. Врезались. Авария. Блин. Давай, подобьем. Так, углубление влево. Че тут по круги, брачные? Углубление начинаем. Уже сильно режем углы. Надо по периметру плавать, по периметру. А мы режем углы. А, все, вот мы. Да ты хорош, а? Мы теперь. Ты жени меня соломинка. Все, теперь мы их догоняем. Давай. Как там песню поедем? Все, давай в паровозик. Не надо. Вы что подпираете-то? Попалися. Они нас пожали. Конкретно причем. Они нас бортанули. Вообще, читеры еще. Читеры? Не, мы а не ход, а не ход так. Мы сзади вам выбежали. Я следующий. Давай рыбкой. Ну, блядь. Ну, рыбкой. А ром, ты не ударишься? Что ром ударится? Сейчас, что, блядь, у Богдана вылезет. Нормально пришло? Я тоже хочу, хуй его. Нормально пришло? Я думал, туда все бутылки улетят. Нет, ну пришло чуть-чуть. Ну да. Так, давайте отходим. Олег, трусы. Сейчас, погоди. Погоди. Я тут ноги поджимаю. А как она прыгает правильно? Ноги. Группируешься, ноги вот так, и ногами только приземляешься. Че, второй пошел? Второй пошел. Давай. Опа! Тихо мне. Ай, блин, ну ты чё, блин? Так, по-моему, я лежал вот так. Да ты так фиг повторишь, Олег. Без мата, пожалуйста. Дубль два. Лежу такой, загораю, чтобы меня не трогали. Сейчас звонки ещё один поставить. И у меня вот так вот случайно соскальзывает нога. О, ну натуральный купальщик, блин. Ну, ребята, поаплодировать надо имениннику. Ну что он делал? Ну, я тоже, но у меня руки заняты. Вот как-то так и было, блин. Мне просто... понравилось кататься, я вообще отсюда не вылезла. Вот они, как у вас лица. Довольные? Темные, нет, без нет, подсветки. Нет, вы сильно близко, кстати говоря. У нас такая ванна реально маленькая. Сильно близко ласкала меня киска. А что она, кстати, мигает? Она садится, что ли? Надо новый аккумулятор, кстати. Да, почти уже разряжена, Олег. Ну все тогда. На новом аккумуляторе будем дома сниматься, а этот поставим на зарядку. Ну, нам хватило, главное, на сауну. Это да, вообще да. Идеально. Ладно, прекрасно. Давай, Человек-паук, сползай, я сниму, как ты прыгаешь. Ну, давайте, конечно. Только камеру сильно не брызгай. Ну, это же как палочка, слушай. Блядь, что ты взял? Давай. Идиот. Вот это поворот.
Видишь, что темно, конечно. Так, давайте уже, ребят, больше страсти, больше секса. Страсти? Больше секса, больше там секс-виски, кокс карибский. Лена, блин, я тебя просил, товарищ. Секс-виски, кокс карибский. Все, писец, ребята отдыхают. Йоу, йоу. Смотри, жрецы оседлали, мы на коне. Да я уж вижу, что тебя оседлали, да-да-да. Такой полуинтим такой, видишь, как все так задумано. А, кстати, даже никто эту песню не спел, но он сейчас заведет ее на компьютер. Сектор газа, мне сегодня 30 лет. Я ее хотел на стриме запустить, делать салаты, но у ду-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 
30 лет. В этот день родили меня на свет. В этот день теплом вашим я согрет. В этот день и водка не во вред. Мне сегодня 30 лет.